написали, что мало мужского. Мужского сегодня будет много. Я вот с утра ищу носки. В моем специальном отделе для носков не найдены были носки. Всем, кстати, доброе утро. И я смотрел сейчас на сушилке, нашел вот эти носки. Я не знаю, чьи они. Давай. Этой женщины или мои. И Настя у нас, кстати, все еще продолжает это болеть. Это твои. Да? Это же они разные. Они разные. Да, это нормально. Но они одинаковые. Мне без разницы, что мне можно. Твои носки. Ну все, супер. Носки найдены, а значит, можно идти. Знаете куда? За лекарство. Настя, прикольно, да, день начинается? Я погнал. Вот тебе, Настя. А тебе у нас горчичники по 20 рублей. Спасибо. Идем дальше. Будешь мне делать горчичники? Солодка, сироп. Не бросай только мне в голову ее. Хорошо. Это две купил. И в ротокан тебе. Все, живи. Ну что, голос-то такой. Ребята, что сделать? А еще, кстати, я хотела спросить у девчонок, наверное, кто живет в Перми. Если вы знаете хороших визажистов, то скидывайте мне их в директ, пожалуйста. Может, кто-то там красился на свадьбу, им понравилось. Чтобы это было недорого и качественно. Блин, переведи, это мне непонятно, наверное. Короче, кому-то что-то... Моя новая девка. Пообедали только что, как всегда, что в последнее время в столовке. Mm-hmm. И Настя, можно сказать честно, сейчас пытается реально не есть. Правда, чуть-чуть хлебушка она все-таки сейчас супом-то сдала. Я не могу почему-то суп без хлеба есть. Я сегодня плохо слышно, она сегодня вообще без голоса. Что ты говоришь ты сегодня? Ну, я всегда ей так говорю, так что нормально. Ничего почти не меняется. Сейчас я поперлся на авторынок, Настя маленько получит учебу. Как раз есть шанс. Пока день, она получит учебу. Погода вроде налаживается, хотя только что был дождь. Так что все будет замечательно. Это больше. Все, вот что осталось от компьютера. Жесткий диск. Больше ничего. Это грустно. Очень. Больше не поиграть в игры. Там его уносят, да? Да. Пока, пока. Пока, пока. Компьютер. Counter-Strike. Звание мое. У меня звание было последнее. Какое у меня звание, кстати, было? Какашка. Беркут. Просрал Беркута. ДБД. Или Supreme был. Блин. Обидно. Ты что, не ботички? Вот, но все здесь осталось. Весь компьютер, он тут, только мы включить его не можем. Ну вот и все, друзья, нету больше отягощающих факторов. У нас остается только камера, камера, камера и MacBook, на котором ты можешь только монтировать видео, больше здесь делать нечего. А значит что? А значит, мы больше не занимаемся херней, а снимаем только влоги и делаем только по кайфу. Да не стани ты уже. Да ДБДшку не сыграла. Поздравь всех с последним звонком у кого. Ребята. Тебя не слышно, короче, я за нее говорю. Ты рот открывай просто. Ребята, поздравляем вас с последним звонком. Мы знаем то, что вы молоды, красивы, успешны. Слушайте взрослых. Настю, не слушайте. Всем пока. Купили семечки, чтобы покормить голубков. Да, что ты чешешь? Купила семечки, гопница. Будешь сейчас стенки идти грызть. Знаешь, у меня какой план? Какой? Я хочу их покормить, а потом вот так вот. Вот, вот ты молодец. О! Меня, пожалуйста, ничем. Прикольно сел. А тебе? Где ты там? Не знаю. Воробушек, на! Воробушек! Воробушек, тебя сейчас съедят. Иди сюда. Воробей. Смотри, они воробью не дают, бедный воробей.
Оп. Притянулась к себе к опыту местная. Все. Хорошо, она за нами. За нами там. Охота. Чего они хотят? Чего вы хотите от нас? Отстаньте. 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 Все. Все. Они нас потеряли. Да. Ой, покормили голубков. Сейчас думаю съездить в Ашан и купить диски, потому что у нас выходные будет долгая дорога. Ты не рассказывал, куда мы Нет, поедем? Нет, я не рассказывал, куда. Хорошо, это будет секрет. Мы кое-куда поедем. Так что ждите, будет интересно. Сейчас посмотрим, в каком состоянии у меня находятся фильтра. Потому что я завтра буду менять масло, точно уже я заказал. И сейчас интересно, в каком состоянии находятся фильтра на машине. Итак, сейчас очень важный момент открывания нашего Слушайте, в состоянии чики-брики я не Галя? Ты не Галя? Все нормально. Он вообще почти новый. Ура! Так, в общем, постарался по машине. Там с фильтрами все замечательно. Все вообще замечательно. Вроде как даже масло менять не надо сейчас. Но я все равно решил, что уже поменяю на матюль. Хочу перейти на масло матюль. Личное мое мнение, да и в принципе мнение профессионалов, то, что все-таки оно по качеству не идет, хотя оно дороже. В общем, есть за что переплачивать. Я решил, возьму, поставлю его. А сейчас начинается нервотрепка. Потому что Настя опять хочет подрочить машину. Кстати, для тех, кто не в курсе, мы уже пробовали второй раз не ездить. И сейчас я вам покажу кадры. Медленно сейчас. Вот где этот момент? Вот он начинается. Все, отпускай тихонечко, тихонечко, тихонечко. Не надо резких движений, отпускай. Газу добавляй. Еще чуть-чуть добавляй. Сцепление нажимай, одновременно отпускай газ. Отпускай газ и нажимай сцепление и переключай скорость на вторую. Вниз, вниз. Отпускай сцепление, отпускай. Газу дай. Так, блядь, сцепление выжми! Теперь вы понимаете, почему я решил, что больше не надо ей ездить. Но сейчас, спустя 2 недели или сколько, неделю, она решила меня уговорить снова. Включена ли скорость? Нету скорости. Стоит ли ручник? Ручник стоит. Ну все, тогда просто заводим. Вот он уже начинается. Осторожно. Тихонько. Держи ногу. Отпускай тихонечко. Отпустил. Все, вот мы стартанули нормально. Слава тебе, Господи. Правильно сделаешь. А что ты не сделал? Что ты ничего не Когда сделал? Когда нажимаю на газ, я ведь сцепление не держу. Так нет, конечно. Сцеплением ты отводишь, грубо говоря, двигатель от колес. Угу. Сцепление это соединение между двигателем и колесами. Понимаешь? В чем смысл? Я сейчас, естественно, это все не так, но я допотопным языком. Ты когда сцепление отвела, они отсоединились. Ты когда сцепление подвела, они присоединились. То есть вся двигатель, крутящая мощность двигателя, вот эта, она начинает передаваться на колеса, которые вертятся. Понимаешь? То есть в чем смысл? Когда мы сцеплением выжали, они друг друга не затрагивают. И можно коробку переключать, можно еще что-то делать. Понимаешь? Поняла. Когда мы сцепление отпустили, это значит, что они присоединены. Давай, первая и вторая с нее. Хорошо, поехали. На первую сейчас туда развернемся и попробуем включить вторую. Это будет сейчас, мама, господи, я ай-ну-ну. Давай, набирай. Еще. Отпускаем газ, нажимаем сцепление. Вторую скорость включаем. Не включил это никакую. Все, отпускай сцепление. Да не так резко, да что ты бросаешься-то, блядь? Точно, блин, прости. Газ нажимай.
газ нажимай, руль прямо поставь, еще газу дай, сцепление, отпускай газ, вторую передачу, вниз, нормально, отпускай сцепление медленно, отпустила, все нормально, все, едешь на вторую передачу, поздравляю. Настя, лови. О! Сейчас Настике нагонять мячик будем, да? Настю. Да. Сейчас получится. Нагоняем, короче, кто больше, давай, Настю. Давайте первый. Давай, ладно. Раз, два, три, четыре. Короче, сейчас челлендж «Настюха, повтори» называется. Готово? Да, это очень легкая. Давай, легкая. Сейчас, подожди, будет. Сейчас, подожди, будет, будет. Я чувствую. Встань уже, приклейся. Ты не мешаешь. Сейчас будет, я на другую ногу. Сейчас, Настюха, все будет, говорит. Давай. Не могу стоять на рынке. Да. Подкидывай их все на шею назад. Ну так. Настя, смотри, вот так вот. Это просто. Готово? Вот так вот, да. Так я так умею. Да. Как? А, ну так это понятно, что. Стой. Бежишь? Так? Ладно, поехали, короче, футболистка моя недоделанная. Настюха научилась более-менее, даже что-то сегодня переключила передачу первый раз. Давайте поздравим ее, напишите ей то, что Настя, ты не ту, прям вообще, как ты думала о себе. У тебя все равно все получится, просто нужен опыт. И, друзья, всегда у вас точно так же, если у вас что-то сейчас не получается, это не значит, что вы не годны ни к чему. Это значит, что просто нужен опыт, и со временем все у всех всегда получается. Так что не переживайте. Настюха переживала, а сегодня я ее первый раз в жизни хвалю. Потому что обычно я на нее ору или ворчу, но никогда не хвалю ее. Да. Я сегодня подумала, что я говно какое-то, что ли, вонючее. Нет, не говно. Думаю, что если дальше продолжать тренироваться, то все вообще нормально может быть. Вот. Ты думаешь, я смогу сдать на права? Нет. Все, друзья, заканчивается этот день. Чунга-Чанга уже сейчас ложится спать. Завтра она должна еще быть здоровее, активнее. Я сейчас буду ставить Манчестер. Ну, вообще, финал Лиги Европы. Да. Да, и ручку тебе делать хорошо. А, хорошо. Вот, массажировать ее. А вам мы желаем всего самого хорошего, приятных сновидений, хорошего дня и не болеть, как Настя. Всем пока и приятного аппетита. Пока-пока.